я помню этот год. Как-то не объявляли особенно об этом. Я помню, что 30 апреля возвращался из училища в связи домой. Так вот, от Ленинградской площади и до поворота на улицу Светлая автобусы шел минут 40, наверное. Потому что в сторону от города стояли огромные кучи легковушек с открытыми капотами, потому что перегревалась она вода. Вообще-то жарко было этот самый вечер 30-го. Вот. Ну вот такое удивительное сообщение, положение было. Я не знаю от того, что от радиации или от чего, но очень много машин стояло. Охлаждали моторы. Вот. Потом праздничные дни майские были. Мы как-то в лес пошли. Семейные. Три семьи. Три мужика, три женщины. Жены, конечно. Раскрыли эти самые палатки. Ну, разложили всякую еду. Едим там, пьем. А потом смотрим, на салфетках-то у нас какая-то черная сажа такая, порошок черный. Вот. Наверное, это все-таки надуло ветер. Ветер дул в это время какой-то сильный такой. Небо такое было не очень ласковое. Вот. Так что мы там чего-нибудь нахватали. Через пару лет самая младшая женщина из наших померла от рака. Вот такие последствия для нашей семьи были чернобыльской катастрофы. А сейчас я около Харьковской шоссе и снимаю. Не знаю, что получится, потому что камера слепая. То есть я не вижу на дисплее, чего я снимаю, а просто направил объектив в сторону дороги. А насколько хватает эту правильную дорогу, я не знаю. Ну вот поток из Киева закончился, я заканчиваю съемку.